Всем привет! Меня зовут Настя Каменский, и вы смотрите мой видеоблог, в котором хочу вдохновлять, советовать, мотивировать, меняться и менять мир к лучшему. А получится у меня это только если у меня будет красивая, правильная осанка. Смотрим, что для этого нужно делать. Дорогие друзья, мы сейчас находимся в танцевальном зале. Я хотела бы поделиться с вами пару секретов. Не только я, но и мой хореограф Оля. Сейчас мы покажем вам. Что мы покажем? Мы покажем, как можно проверить осаночку, как ее сделать красиво. Что делать? Видите, плечики прижали. Следующий момент. Мы макушечкой тоже прилипаем к стенке, но при этом тянемся на ниточке вверх максимально и держим вот так вот осанку. И появляется у нас прогиб, у нас видна грудь, у нас круглая попа. И самое главное, что у нас вытягивается шея. Но вам, если со стороны, на это покажется, потому что это очень сложно. Честно говоря, мне хочется сделать их трех уже. У меня была проблема с осанкой, да, я все время тоже себе напоминаю. Немножко как атрофированы, да, были вот эти мышцы, я их не чувствую. Но как? Вот они у меня были все время вот в таком состоянии. Я делала просто вот такие упражнения, вот так. Вот. Начинает работать. Ну, кстати, вот сейчас я их чувствую. Ровненько стоять возле стеночки и придерживать осанку – это одно. А ходить с красивой осанкой – совершенно другое. Поднимаем ножку, мы переступаем вперед, и весь тело сразу же наступает на пятку, выходим в бедро. Когда мы переступаем, бедро остается, мы переступаем, ножка стоит. И вот пока мы в этот момент, пока мы будем переступать, у нас будет спина длина. У кого не получается, у нас с Олей есть в запасе совершенно другой метод. Одна из обманочек. Я связываю. Для чего? Связываю, чтобы мои ручки, они хотели, не хотели, но почувствовали те мышцы, которые нам нужны. И у нас в любом случае, видите, соединились лопатки. И у нас плечи лежат на попе. А грудь лежит на носочках. Наше равновесие. И вот в таком положении тоже мы пытаемся, учимся ходить. И музычка, и растягивает плечи. И ты ходишь вот в таком положении. Другое дело, когда Оля заставляет тебя танцевать. Это, если вы обратите внимание, вот такой осанкой человек будет вам смотреть вот на лицо. На грудь, вот, на если ты сможешь сейчас, пожалуйста, в себя вот так уходить. Вот. Когда человек вот так вот ходит, вы переносите взгляд ему на живот. Хочу сейчас вам поимпровизировать и показать вам такие красивые движения вот с такими плечиками, с такой осанкой получается. Титры! Титры?